И всем привет, меня Александр Сучков. В данном видеоролике сегодня я буду рассказывать, в общем, создатели третий канал. Да, я немного стал дальше, потому что я тут немного убрал все. И, в общем, вот вопрос. Создатели новый канал. Канал номер 3. И выкладывают туда только видео про Counter-Strike Global Offensive. Это вот решать сейчас вам. Я про этот видеоролик еще сделаю. Еще один видеоролик, которым выйдет на второй канал. А этот видеоролик выйдет на мой основной канал первый. Не знаю зачем. Вот так вот. В общем, я вам сказал, это вот несколько секунд прям видео. Может минута. В общем, я собираюсь сделать канал. Канал по Counter-Strike Global Offensive именно по нему. Или канал только про Warface. В общем, я хочу что-то такое сделать. Только я не знаю. Как делать, зачем делать, я не понимаю. Ну, конечно, я бы мог сделать, типа, фрагменты из Counter-Strike Global Offensive канал. У меня была такая мысль только с CS 1.6, но как получится? В общем, буду думать. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Бас, пишите мне под видео. Всем удачи и всем пока!